утро проснулся, потянулся и на море. Народ потянулся на пляж. Так, тоже надо собираться. Жизнь курортная идет полным ходом. Море туда. Мы приехали в наш апартамент, который находится в курортной зоне Варны. И у нас тут сегодня очередные гости с букинга приезжают. Дела делами, хотя они тоже очень приятные. Но мы успеваем и много чего интересного еще. Здесь же курорт совсем рядом, эти золотые пески. 10 минут пешком. Вот мы вчера туда на фольклорный фестиваль сходили. Слушайте, потрясающее вообще выступление румын было. Молодые, задорные, танцы, это что-то. Ну, к болгару мы уже привыкли. А вот босницев я вообще первый раз в жизни увидела. До очередных гостей мы еще успеем и позавтракать, и самое главное, на море сходить. Погоды стоят у нас замечательные. Так, завтрак будет на скорую руку. Значит, у нас, конечно, неизменная кесело-мляка. И хорошо девчонки оставили нам француженки вот эти хлопья. Положим. Значит, дома не дома, поэтому будем пить сегодня из кафе. Нет, я все-таки чай буду. А вот и море. А вот наши сибирские пенсионерки. Болгарскому солнышку радуются. А это дворик нашего дома. Эти цветочки меня просто умиляют. Пахнут очень нежно. Эх! Приятно тут посидеть, в тенечке, отдохнуть. Я первая. И хорошо. Кач, 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 кач. А вчера-то как здорово было на этом празднике винограда лечения. Да, я даже сразу не поверил, что нас туда как блогеров пригласили. Похоже, да. На этом празднике мы одни одетые. Да, останемся разницей. Но мы же работаем. Да. Работа у нас... Так, подожди. Про это мы в другом видео расскажем. А то сразу всего очень много. Кач, 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 кач. Еще и за бызом сходить успеем. Ну, вообще, это не просто так заросли. Это очень полезные заросли. О, какие-то клопики. Это ежевика. Нам попалась. Ягодки. Они вкусные. Все молоденькие, да? Кошечка. Киса. Бедный. У нас ничего нет покушать-то. Ну что, увидим, как хорошо в сентябре-то в Варне? Это точно. Раньше я себе представить такого не мог. Вот. А теперь убедился. И чего мне в Москву надо ехать? Умные люди вон уже давно по курортам работать приспособились. Ну а если вам понравилась такая жизнь в сентябре в Варне, вы можете забронировать наш апартамент в комментариях
или по ссылке в описании. Всегда рады новым гостям!